Добрый вечер. Добрый. Прапорщик Паспалько, это Тесик Ставинец. Очень приятно познакомиться. Приехали на заброненного светофора. Это какой номер? Все, на все по правилам. Подожди, я проехал по правилам. Не чую вас. Я проехал по правилам. У вас это газовая база, можно вам предоставить ее. Угу. А на что вы фиксовал? На видеорегистратор. На видеорегистратор? А, ну он же съемный у вас. Съемный. Будьте добры, тогда принесите посылку. Показывал? Одну пыль. Шановный водитель. Да. Единый экипаж сюда пришел у вас? А, хорошо. Покажи вам нашему напарнику. Я так понял, что вы выходите не будете в автомобиле. Почему? Ну, можете видеть. Мы выходим. Потому что питание до сети, мы выключаем видеорегистратор. Процедура такая у вас. Процедура такая. Хорошо. Мы вам показываем видеорегистратор, как вы... Не-не-не-не, ну напарник... Нормально. Ты что смотришь? Ну, покажет сейчас, да. Ну ладно, хорошо. Вам будет видно? Да, я думаю, будет видно. Чи вы выйдете все-таки? Ну, сейчас так посмотрим. Может быть и выйду. А? Может быть и выйду, я пока еще не решил. Да. Пойдем? Конечно. Добрый день, пан Виталий. Значит, дивіться, вот, говорит, красный пешеход. Переключается, зеленый включился. А я ехал с другой стороны. Да, 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 да. Да, сейчас, да. Сейчас вот вы едете. Пешеход пішов, звідти йде пешеход, но говорит, он зеленый до сих пор. Правильно. Да. Пропустили пешеходов, продолжает горіти зеленый, Toyota рухается. Правильно. А знаете почему? Почему? А потому что мы уже выехали на зеленую стрелку. Раз загорелся червоный. Совершенно верно. Да. Смотрите, перекресток, мы выезжаем. У нас действительно была стрелка, у нас даже есть доказательства. А можно музыку чуть-чуть прикрутить? Мы выезжаем на зеленую стрелочку, поворачиваем. На зеленую стрелочку. Идут пешеходы, мы их пропускаем, мы не имеем права ехать. Мы должны в любом случае и покинуть правила дорожного движения. Написано, что транспортное средство должно покинуть. Мы, может, мы к себе присядем. Вот. Ну, вернемся просто к... Значит, смотрите, в тот момент, когда я поворачивал направо, я руководствовался правилами дорожного движения. Так. С моей стороны горел зеленый, и я проехал на зеленый знак светофора. Так. Разрешающий с мне... Один и второй. Как? Один и второй, ну, справа, направо повернул на зеленую стрелку. А потом? И тоже потом зеленый. Дальше на зеленый. Все-таки на зеленый? Конечно. Но мы же вам предъявили вашу суть и... Нет, смотрите, не то с моей стороны, с моей стороны зеленый горит. Зеленый свет, зеленый сигнал светофора. Совершенно верно. Роман, итак, ну как вы сказали? Нет, если я нарушил, нужно составлять протокол. Конечно. Совершенно верно. Ну, будь ласка, предъявляйте свои... Посвідчення у вас, свідоцтво про реєстрацію на транспорт. Так покажіть мені нарушення моє. Показали. Ви показали світофор противоположної сторони. Так. Ну, откуда ко мне он какое отношение имеет, скажите? Роман, я двигался с какой стороны? Показали вам, як був вимкнений зелений сигнал світофора пішоходом. Так. В цей час ви проїжджали пішохідний переход. Так. Світофор робить в такому режимі, що якщо пішоходом зелений, то вам не може також бути зелений. У вас є така фраза? У інспекторів ГАІ. Це ваша особиста думка. Чим це може бути підтверджено? Чим це може бути підтверджено, в якому режимі працює світофор? Чим може бути підтверджено? Дивіться, ви маєте право скористатися допомогою юридичною в суді, оскаржити наші дії. Виключити нас в суд, якщо... Я не хочу оскаржувати в суді, я хочу зараз на місці розібратися. Согласно 268 статті, розглядати справу і захищати. Дорожнього управління, вони дадуть, в якому режимі працює світофор. На даний момент у нас немає такого, щоб ми мали довідку на кожен світофор, в якому він працює. Розумієте? Так зачем тогда ви об этом говорите? Еще и утверждаете. Я сейчас не говорю за то средство, тот прибор неизвестного
происхождения, на который вы это все фиксировали. Ну, даже если, даже и опустите этот вопрос, так, то покажите мне, пожалуйста, мое нарушение, а не какой-то светофор, с которого вы, ну, вам то, что показали. Вы сняли с другой стороны. Рухалась вот ваша машина, так? Рухалась. Ну. Пешеходом горит зеленый колик светофора, правильно? Ну, и возможно. И так нам тоже, нам тоже в этот момент зеленый горит. Причем здесь пешеходный переход? Давайте так, Роман. Как? Фотофиксация Е. Никакая фотофиксация. Эта фотофиксация не относится к нашему делу. Да, вам же придавили. Давайте так. Якщо ви ж маєте право бути, не погоджуватися з нами, ми не можемо вас заставляти. Ну, якщо ви не погоджуєтесь, ми теж... Да, я привык, все по закону. Поэтому будьте добры, пред'явіть мені моє нарушення, і я вам пред'явлю документи, ми составимо протокол. Приїжджати ще раз до вас. Что? Нет. Вы показали там недостаточно информации для составления протокола. Информации почему? Недостаточно. Почему недостаточно? Вы предоставили информацию совершенно с другого светофора. Я керуюсь особистыми переконаниями. При рассмотрении докази вы керуете особистыми переконаниями. Вот я переглянул докази, те, что есть на регистраторе, те, что я бачил особисто своими очами. От мені цього достатньо для того, щоб вважати водія винним в чиненні правопорушення. Ми говоримо про що і затримуємо. Ви нас затримуєте, ми вас. Ви будете робити? Поки ні. На законних основаннях буду, звісно. Значить, беремо відеофіксацію, зупиняємо блок свідетелів, при свідках покажете нам, чи пробиваєте, чи показуєте документи, не показуєте. Правильно, це самий вірний спосіб. Будемо працювати вже, як ви кажете, по 26-й, неізвісно якої статті, 3-й, 2-й, 1-й часті. Совершенно вірно. Да, поїхали. Так? Да, ну да. Не предъявляете? Ну да, мы же не видим законности. Законность мы вам уже предъявили, мы больше вам не можем. Это с ваших слов мы нарушили, а мы не видели. Мы вам показали, что действительно не дофиксировали. Вы сотрудники милиции, вы уже должны предъявить. Тут право 24, пожалуйста. Согласно закону. Мы вас подозреваем в учинении правопорушения. Mm-hmm. Мы сейчас не будем опять возвращаться и говорить о причине остановки и так далее. Ну, зачем вы сейчас опять на любую вимогу? Незаконно. На вимогу. Все законные подставы для складания... Что в законе Украины? Нам сейчас написано опять возвращаться к причине остановки? Что, працівник милиции имеет право проверять документы у особи, которую он заподозрил в чинении злочин. Да, там так написано, статья 11. Да, правда? От ми заподозрили вас в чиненні правопорушення. Будь ласка, пред'явіть документи. А ми вважаємо, що ми не нарушили. Це ваше право, ваша особиста думка. Правильно. Взагалі, ваше конституційне право не давати проти себе та своїх близьких ніяких пояснень. Правильно? Тобто ви представляєте, пред'являєте документи, ми робимо свою роботу. Так, так, зупиняйте, зупиняйте. Человек говорит, что вы стали... Вы больше доверяете ГАИ, чем гражданам? Ну да. Вы больше доверяете ГАИ, да? Да. Нашему ГАИ я доверяю. Вы доверяете больше ГАИшникам? Нашему, да. Да? Нашим ГАИшникам, да. Потому что... Вы работник такси, да? Да. Ага, все, вопросов нет. Хорошо. А это ваше, да, транспортное средство? Да. Какая служба у вас? Евро. Вінниця, Євротаксі, так? Так. Так, а що ви документи не дали, що? А, так ви знаєте, в курсі, так? Ну, так. Ром! Набери 102. Набери 102. Вызывай райотдел. Скажи с подставным свидетелем. Используй подставного свидетеля для фальсификации. Если будут спрашивать. Ну, вас знает... Ставить это будет, потому что утверждает, что подставной свидетель. Ну конечно, я же опросил его, люди свою оценку дадут и все. Да. Добрый вечер. Где мы находимся? В вокзале. У Голостровської привокзалі. Уже поняти? Так, все, я визвав. Все дуже добре. Пане водій, присутня всі свідки. І це буде розглядатися в рамках уголовного діла. Зараз приїде сюди слідство-оперативна група, і це буде розглядатися в рамках уголовного діла.
Как подставной свидетель? Такое часто бывает в Украине. Подставной свидетель він не може бути. Ну, я просто предупреждаю человека, чтобы не было потом лишних вопросов. Не может быть. Не может, значит, все хорошо. Є свідком то, що водій буде, який вчинює. Правильно. У нас часто милиция по звонку вызывает понятых. То есть она хочет что-то сфальсифицировать. Вот вызывает человека, вот ночью, смотрите, я вам пример даю. Подозревается человек на 130. А, хорошо, все. Потому что люди поспешают. Ну, у вас в Виннице не бывает? Каждому. Пойдите сюда ближе, чтобы вы пошли водія и его дії. А я бачу, так. Бачите, да? Шановний водій, ви будете приділяти такі міри? Законні розправлення, вас поставили відео про дефіцію вашого правопорушення. Будьте добре, документи на право керування. Я не буду участвувати в корупційних ваших схемах. Ви можна фальсифіцювати протоколи. Ну я вам скажу. На відео не видно, не автомобіля, не порушення. Зумієте самі. Оглядові з екрана не дозволяє. Будь ласка, виконайте законні вимоги. Ми вам предоставимо. А ми вам, судді, якщо вам не подобається наше дійство, ви можете їх обжалувати в суді. Ні, ми не будемо обжалувати. Ми не маємо права обжалувати. Зараз приїде 102 і ми з тобою будемо розбиратися, законне ваше дійство і незаконне. Давайте ми посмотримо ваше удостоверення. Будь ласка. Так, обоїх. Зараз запишемо понятих і тут. Вам виднее. Будь ласка. По очереди. Туда, водій там, я ж не водій. Прочитай, чтобы попробовать. Так, включи там свидетеля в салоне. Нет, я вижу. Давайте. Все? Так, Распалько Олег Петрович, который бывает в ДПС, он вынесся Надежда, я даю надежду, чтобы оно мне пошло. Пожалуйста. Яка водій називається, щоб люди знали, хоч як звати водія? Це яка процедура? Ви статус, будь ласка, що інспектор, який вас зупинив. Давайте я тебе вам наушник. Тихонько наушник? Іванов Іван Іванович. Стаття 63 Конституції України говорить тобі о том, і не тобі, а всім. В том, что водій має право не давати проти себе, проти своїх близьких, ніяких пояснень. Сидить та й жде он 102 визов. Я не обмежую в цій статті. Ні, ну ви ж не вже обмежуєте, кажете, ви повинні представити, ви повинні давити на водія. Чого ви на нього давите? Просимо представити. Давити, да. Ну він же ж раз, другий раз, третій вже представили. Ось є люди, чого ви їх затримуєте? Відбираєте пояснення, а ми трошки в машині по себе прочекаємо. Дякую.